Дожили. Теперь нас учат, как забивать маленькие гвоздики. Ну что ж, давайте повторим. О, залипуха какая! Во-первых, ни о какой точности и речи нет. Очень тяжело попасть в нужное место. Зачем изобретать велосипед, когда можно взять прищепку или расческу, если уж совсем неудобно? Даже я без рабочего большого пальца уже приловчился забивать маленькие гвоздики.